Если ты хочешь стать известным и популярным блогером, успей поставить лайк за 3 секунды, я посчитаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки, с вами как всегда Алплей, и добро пожаловать на мой канал, где мы продолжаем играть в мобильные игрушки. Сегодня у нас будет новая мобильная игра, в которую мы поиграем, и которая, ребятки, у нас называется Calculate Ball. В данной игре, ребят, мы с вами должны будем пройти эволюцию шариков, и в каждой миссии нам нужно будет набрать то или иное количество баллов. Тут у нас есть синие шарики, которые добавляют нам баллы, есть у нас красные шарики, которые эти баллы у нас отнимают. Например, на каждую миссию нам нужно будет набрать либо, например, больше там какого-то определенного количества баллов, либо меньше. К примеру, ребятки, вот в следующей 6-й миссии нам с вами нужно будет набрать от 100 до 200 баллов. Поэтому погнали, собираем пока что синие шарики по максимуму и стараемся не трогать красные. Тут также, видите, ребят, у нас есть еще и зелененькие шарики, которые позволяют нам умножить то или иное число. К примеру, ребят, мы с вами набрали 130, а нам можно было от 100 до 200 набрать, поэтому мы с вами эту миссию прошли. Следующая миссия у нас 7-я. Здесь мне нужно будет набрать от 50 до 150. Поэтому, опять же, погнали, собираем все синенькие шарики, красные пока не трогаем. Ну вот, мы уже с вами видите, получается, что набрали 50 баллов, и наш синий шарик превратился в радужный. Теперь все, что нам нужно сделать, это просто добраться до финиша. Мы добрались, 68 очков вот у нас есть, поэтому нам с вами засчитали победу. Следующая миссия уже 8-я. Тут нам нужно будет набрать уже больше 700. Это, ребятки, означает, что нужно набрать как можно больше. То есть нужно по максимуму затарить, столько, сколько сможем, столько нужно, ребят, нам с вами будет затарить. Ну, а вот уже 9-я миссия, нам с вами нужно будет уже, наоборот, в минус уйти. Нужно будет набрать минус 150. Ну что же, для этого подбираем только красные шарики. Стараемся, ребята, как можно меньше цеплять синих шариков. И вот у нас уже минус 80. Сейчас у меня будет уже минус 140. И да, ребятки, минус 177. Нужно было набрать минимум минус 150. Мы набрали аж минус 177. Следующая задача 150-300. Тут нам нужно уже синенький подбирать. И таким вот образом, ребятки, мы с вами должны выполнять те или иные задания, которые у нас есть в данных игрушках. Где-то нужно будет убрать несколько вот этих вот цифр, где-то нужно будет их добавить. Поэтому путем выбора красного либо синего цвета мы как раз таки с вами это все и контролируем. Так, эта миссия у нас довольно-таки сложная. Мне нужно будет аж 500 набрать. Не знаю, ли получится, ребятки, набрать 500 с первого раза, но сейчас я все-таки попытаюсь это сделать. О, отлично, 634. Все получилось пока что. Тут нам нужно обратно минусовые выбирать, красненькие шарики. Для этого нам нужно будет, так, аж минус 100 набрать. Ну, пока что берем синий, тут никуда не деться. А теперь погнали, выбираем красненький с самым большим числом. Итак, минус 10, минус 98, отличненько. Так, тут мы сейчас с вами это все умножим, и минус 186. Обратно же у нас все получилось. Тут миссия довольно-таки интересная, от 10 до 20 нам нужно будет циферку набрать. Ну что же, пока что у нас есть уже 8. Сейчас мы, ребятки, с вами 9, 10. Все, 10 у нас есть, теперь мы с вами можем просто вот так вот дойти до финиша, вообще ничего не выбирая, и миссия будет у нас уже пройдена. К сожалению, ребятки, в этой миссии нельзя нам с вами подбирать никакие новые скинчики, то есть игрушка такая, своего рода однообразная, есть только синие, красные и зеленые шарики, и как раз таки между ними мы должны будем выбирать для того, чтобы выполнить то или иное задание. Если выполняем задание, проходим дальше. Если, к примеру, мы с вами не выполняем задание, например, как вот в этом уровне, не сумеем мы с вами набрать 600, то на этом уровне мы с вами остаемся. Следующая миссия обратно будет 15 уровень, пока не наберем 600, потом опять 15, пока не наберем 600 и так далее. То есть пока не пройдем какой-то определенный уровень, не видать нам ничего другого. Тут у нас опять уже нужно минус 600 набрать. Это довольно-таки сложно сделать. Нужно выбрать обратно же все красное. И нужно, ребятки... О, отличненько. Вот мы с вами набрали минус 999. Это было круто, ребят. Я подумал, что я не смогу эту миссию так просто пройти, но нет, у меня все получилось. Давайте выбираем теперь синенький. Так, пока что продвигаемся вперед. Все у нас получается. Тут главное, ребята, еще на шипы вот эти вот не попадать. Если мы с вами попадем хотя бы разочек на шипы, то какое-то там несколько секундочек вообще не можем ничего подбирать. Ни красненькие шарики, ни синенькие, да? То есть самое тут, наверное, печальное, это как раз-таки, когда ты не можешь никакой шарик подобрать. Если вот мы с вами, ребятки, в эти вот шипы влазим, то никакой шарик мы подбирать как раз-таки не сможем. Так, и 254. Отличненько, все прошло. Так, тут у нас вообще получается одни синие шарики. Мне нужно набрать больше 100. Сейчас я тоже постараюсь это сделать. Подбираем по максимуму. 37 у меня уже есть. Так, сейчас у меня уже 64, но я думаю, что эту миссию я должен буду пройти, сейчас просто по максимуму затарюсь,
чтобы точно уже пройти ее. Да, вот смотрите, 106 баллов мы с вами набрали, неплохо. Тут уже нам нужно от 100 до 120 набрать. Опять подбираем синенькие, красные пока что не трогаем. Это 20-я миссия. С каждым новым уровнем все как-то поинтереснее и интереснее играть. О, ребят, я, наверное, эту миссию не смогу пройти. 34-35, да, ребятки, вот впервые в этой игрушке мы с вами не смогли пройти миссию, не смогли набрать от 100 до 120, набрали только 70, и поэтому game over. То есть сейчас я обратно же буду проходить 20 уровень. Буду проходить я 20 уровень до тех пор, пока я его не пройду. Вот такая вот игрушечка. Но я надеюсь, ребятки, что мы сейчас с вами все это исправим. И 26 у меня уже есть, нужно набрать как минимум полтышок. Ребятки, не получается, 88, что ж такое? Что это за миссия такая? Не получается никак нам 100 баллов набрать-то, а? Ладно, сейчас я еще разочек это все испытаю. Счастье, 34, 48, 50. О, наконец-то, ребятки, наконец-таки мы с вами ее пройдем. Видите, как раз-таки соточку набрали, сколько и нужно было. А здесь уже максимум нужно десяточку. Ну, не максимум, минимум десяточку, то есть от 10 и больше. Если мы с вами наберем, например, там 20-30, то пройдем уровень. Если наберем 9 и меньше, то не проходим. Так, 26 набрали, тоже прошли. Тут уже больше соточки нужно набрать. Поэтому выбираем именно те шарики, которые нам принесут как раз-таки максимум. Отличненько. И вот у нас 84, 104. И отлично, ребят, 154 тоже у нас все получилось. От соточки до 200 нужно набрать уже. Опять подбираем только синенькие. Видите, тут больше миссий таких, где нужно как раз-таки подбирать синенькие. Есть, конечно, миссии, где и красненькие шарики нужно подбирать, но все-таки больше миссий, где нужно подбирать синенькие, где нужно набирать как можно больше этих вот очков, больше, побольше баллов набрать для того, чтобы пройти миссию. А здесь вот, глядите, если бы я подобрал ту X2, то у меня было бы больше 200, и мы бы с вами проиграли. То есть, видите, периодически нужно как раз-таки подбирать шарики на умножение, а иногда их и не нужно подбирать. То есть, ты смотришь по своим шарикам, нужно тебе увеличить твое число в 2 раза или все-таки не нужно, потому что если ты наберешь больше, то тоже есть вероятность, что ты проиграешь. Ну вот в этом уровне мы набрали с вами 63 и в принципе выиграли. Данная игрушка, ребятки, похожа чем-то на Ягабол. Вот, ну, конечно, есть свои какие-то нюансики. Есть своя графика, есть свои задания, и мне нравится то, что вот как раз-таки на каждый уровень тебе дается какое-то определенное задание, которое ты должен выполнить. Ребятки, если в целом игрушка вам понравилась, и вы хотите, чтобы я побольше снял ролику по данной игрушке, поставьте, пожалуйста, лайк, буду вам очень благодарен. Также, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. С вами же был, как всегда, Alplay, всем удачки, всем пока!